Мінь татарша сілешем, татар було п'яшим. Мінь татарша йоратам, татар було би шлим. Кені неї герми дубцега, татар булганима. Юрегім татарша тібе, шуңа ғырубанам. Үйімде, урамда, мінь татарша сілешем. Шахарде, ауламда, мінь татарша сілешем. Қойда ғына болмасам да, мінь татарша сілешем. Хатта йоқлағанда да, мінь татарша сілешем. Kazan, the grand city that lies within 600 miles from Moscow, the capital of Tatarstan Republic and the sports capital of Russia. The city where the International University took place in 2013 and the place where the worldwide championship in water sports happened in 2015. In the city, on the Dekabrist street, was living a little girl named Olya. She had a wish to become famous, and one day she appeared on the TV channel. Her dog, sister Ksenia, a violin, and a big pot of food conquered the hearts of the channel's creator, and soon Olga was a popular TV hostess. Ой, кто это? Мамочка. Русал я, живу я тут. Okay, let's start. Dear Olga, dear Ken, I'll try to speak English and of course sorry for my horrible language and my Russian accent, but I'll try. Me and Oleg now in the place where is your career has started. Do you remember this place? Dekabristov Street, ex-office Phantom program. Yes, these streets, these trees are, remember, young lady, young girl, Olya, that dreamed to become a television star and who's going to become a star. And as show your life, this dream became a reality. Because you are a strong, self-made woman, dear Olga, Ken, we wish you an ocean of happiness, good health and prosperity, of course. Prosperity of your family. Just be happy. And now some words talk my friend Oleg. Ну вот, собственно, 25 лет назад по этой лестнице, Ольга, впервые ты поднялась в студию ТТО «Фантом». Здесь как раз проходил в то время кастинг на соведущую моей и Димы Вахмянина. И Оля пришла с кастрюлей. Не то борща, не то голубцов, сейчас вот вспомнить не можем. Но нас поразил этот креатив. А еще мы были голодные. Поэтому из почти 200 человек Оля была отобрана на ведущую. И в течение многих лет мы с ней и на этой лестнице, в этих коридорах снимали наши сюжеты. А ведь это 50 минут каждую неделю. Разные сюжеты, правозащитные, какие-то игровые. Это фантазия, это с утра до вечера, с 7-8 утра и до 10-11 вечера мы находились здесь. Сейчас здесь другая организация, к сожалению, находится, но это наши родные с тобой стены. Оль, и ты представляешь, нас сюда пустили, несмотря на то, что как бы мы ворвались без предупреждения и дали разрешение здесь снять. И что самое интересное, директор, когда мы ему сказали, что здесь находилась творческая редакция программы «Фантом», он вспомнил такую программу и сказал, да, конечно, я знаю. Исторические места. Не просто места. Знаю, а еще и вспомнил какие-то сюжеты. То есть действительно нас помнят и смотрят. Через четверть века «Фантом» помнят. Ребята, от всех телезрителей Казани еще раз с праздником вас с вашим. Живите долго и счастливо. Я благодарна судьбе за это, благодарна телекомпании «Эфир». Благодаря этому меня это сделало как личность, тем, которых я всегда хотела быть. То есть моя программа, вот эта вот программа телекомпании «Эфир», программа «Фантом», когда она существовала, она развела во мне ту личность, которую я всегда хотела быть.
Olga didn't want to stop on what she had and decided to try her luck and happiness in another country. This is how America came into her life. It was hard on her, but she was able to win. Olga also won several beauty pageants, and her photos started to appear in the fashion magazines. Семьи не было, поддержки не было. Пробиваться было очень тяжело, но, как вы сами знаете, по тем временам я решила, что возможностей намного больше у меня будет именно там, и я решила остаться. And this is Ken, the sportsman and amazing fisherman. He's the true prince from the fairy tale. Life created them for each other. This is how their magical love story began. Young Olga now is a journalist. She goes to USA to a trip, to find new stories, find herself, to learn the world, to hear the words. And there she meets a good new friend. For many years, her name is Kim. They all together changed the world. They are forever beauty queens. Kim became her greatest choice with his lovebird's sweetest voice. He's a successful businessman, triple father and fishman. Best tomatoes planting man, Ken, the biggest hockey fan. Many more regard he has, better say that bad are less. Ken and Olga is a couple, very beautiful like apple. Look as two white tender pigeons and no matter what religion. Wish them happiness and love, sweetly tasty years like dove. Lots of laughter, sea of joy, greatest journey to enjoy.